Плывем! Челябинские выдры завелись. А в Челябинске все сурово. После затопивших город дождей на улицах образовались настоящие реки. Лужи такие огромные, что в них можно и поплавать спокойно. Что челябинцы с удовольствием делают и других к себе зовут. Говорят, если на море поехать денег нет, то приезжайте к нам. Где искупаться найдется. В юморе им не откажешь, а это видео в редакцию прислал наш гражданский журналист.